Ну что ж, кому-то холода в радость. Кто-то ветра не боится. На полуострове Песчаном прошел конкурс на лучший улов. Соревновались железнодорожники из нескольких депо. 6 команд – Уссурийск, Сибирцево, Градеково, Гвоздево. Команда пенсионеров железной дороги и команда инженеров пытались обловить друг друга в течение 4 часов. Первое место заняла команда из Сибирцево с результатом 3,5 килограмма на ваге. Через год рыбаки забились снова встретиться на льду.